У Гомелі подвялі вынікі фестывалю «Бяспечнае дзяцінства». Цырымонія ўзнагароджання прызёраў прайшла ў Інстытуце развіцця адукацыі. Лепшыя работы ўдзельнікаў ацанілі нашы корэспандэнты. Сёлета да удзелу ў фестывалі «Бяспечнае дзяцінства» падключыліся практычна ўсе дашкольныя ўстановы адукацыі. Таму ў абласным туры можна было ўбачыць прадстаўнікоў кожнага раёна. Мерапрыемства, арганізаванае Міністэрствам адукацыі і МНС, праходзіць у шосты раз. За гэты час узровень прадстаўленых работ значна ўзрос. Над імі старанна працуюць не толькі педагогі, але і дзеці разам з бацькамі. Самая главная цель пры правядзенні данного фестываля является абучэнне і падгатовка наших воспитанников к более самостоятельным жизни. Есть ряд примеров, когда ребята и дошкольного возраста, и по мобильному телефону осуществляли звонки в систему МВД, МЧС, и это отражалось в средствах массовой информации, мы об этом знаем. Но благодаря обучению в детских дошкольных учреждениях и учреждениях образования, такой практике ребята могут в экстремальных ситуациях повести себя правильно. Дети разом с выхавальниками уладковывали кутки безопасности, створали специальные гульни и учили важные правила. Выники работы представили у номинации «Дидактичная гульня». А кроме звыклых пазлов и лото, есть навод роботы-воротовальники, какие спешаются на допомогу. Знаки. Более младшие воспитанники могут их назвать, более старшие даже систематизировать, то есть разрешающие и запрещающие. Вспомнить, какие еще знаки существуют. Пожалуйста, вспомнить можно алгоритм вызова экстренных служб. У нас вот такая цветовая гамма, и у него сразу идет ассоциация, что это? Это светофор. Установы дошкольной адукации так само представили тематичное выступление выхованцев и видеоролики с уделом батьков. Гонорымся, что научили. Абсолютным переможцем областного этапа стал ясли-сад номер 5 города Светлогорска. Установа представила работы во всех 4 номинациях и показала назапашенный за 10 годов опыт научения детей правилам безопасности. Вы все знаете игру «Домино». Она очень интересна, но эта игра представлена в новой обложке, скажем так. Ее можно, она мобильна, интересна. Ее можно использовать не только дома, в учреждении, но и за городом, взяв с собой этот чемоданчик безопасности. Роликом мы представили опыт семейного воспитания, принимало участие две семьи. Я считаю, что эти семьи показали опыт тот, который у них накоплен. И этот опыт можно использовать другим законным представителям наших воспитанников. Свои узнагороды отримали призеры особных номинаций. Переможцы представят нашу область на республиканском фестивале у Минску. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».